Всем привет! Вы на канале Гараж 28. Сегодня очередная распаковка посылок. Их у нас будет 4 штуки. 2 заказика не моих. Начнем. Распаковываться сегодня будем таким вот ножом. Мне его на работе подарил предыдущий бригадир. Подобный светильник уже был у меня в обзоре, то есть это получается повторный заказ. В комплекте 2 скобочки, даже заглушка, переходник. В предыдущем заказе почему-то не было вот такого пакетика, был только вот этот хвостик. Я продавцу написал, чтобы он в эту посылку уже положил, но он все равно один комплект положил. Первый светильник получается без комплекта крепления, без заглушки пришел. Это, конечно, ему минус. Так, заготовил уже шнур, не знаю, подойдет он или нет. Да, подошел. Так, шикарно светит светильник. Предыдущий светильник заказывал себе на кухню. До сих пор, кстати, так и не поставил. Все, лень, матушка. Как обычно, братан пришел, увидел: о, шикарный светильник, закажи мне тоже. Вот этот заказ для него. По стоимости 60-сантиметровый Т5 на 220 вольт с теплым белым цветом, 223 рубля. Так, следующая посылка довольно увесистая, тяжелая. Здесь, полагаю, набор экстрактеров. У меня в гараже нету ни одного экстрактора, решил заказать. Не знаю, как они в работе, но по отзывам вроде как свою функцию выполняют. По стоимости весь набор стоит 253 рубля, бесплатная доставка. Вот сейчас, в принципе, скоро лето начнется, там всякие ремонтные работы автомобильные начнутся, думаю, пригодится и не раз. Дальше чехол для сотового телефона. В виде протектора шины такой вот. Здесь держатель для такого вот горизонтального расположения телефона. Это чехол для модельки Lenovo A6010 или A60. Но сейчас не буду демонстрировать, как он одевается, потому что я на этот же телефон Lenovo пишу. По стоимости он 189 рублей, 190, грубо говоря. Довольно широкая гамма цветов есть. Черный, как я заказал. Синий, какой-то салатовый, оранжевый, розовый, фиолетовый, красный и серенький. Серый тоже неплохо смотрится. Ну, я как заказал именно черный, не люблю эту ляпистость всю. И последняя посылка, в принципе, это ее и вскрывать даже не стоит, но тем не менее вскроем. Это заказ, опять же, для братана. Здесь просто стеклышко для телефона. Хотел сказать, где, блин, стеклышко, вот. На фоне пенопласта, не сразу пакетик этот заметил. Что, стекло как стекло. Не помню, что за телефон у него, сейчас посмотрю. Также тут салфеточки даже. Это непонятная штука. Разберется сам. Стекло 273 рубля с копейками. Для телефона Prestigio Wise. По-моему, D3 у него или C3. В принципе, такой вот обзор. На этом буду заканчивать. Что хотел сказать, ну, сегодня пятница, я стараюсь как бы раз в неделю выпускать видео. Если у меня нету посылок, то что-то из самоделок. Если нет самоделок и посылок, это уже крайний случай, то
раз в неделю я все равно буду выкладывать ролики там с животными, приколы, какие-то нарезки или что-то из видеоигр. Это как бы график чисто для себя, ну как бы для подписчиков тоже, что у меня там уже 26 подписчиков за целый-то год. А что еще по каналу хотел сказать? Ну, изначально, конечно, была мысль как бы достичь монетизации, но при нынешних условиях для монетизации я решил, что нет смысла рваться и гнаться за всеми этими подписчиками. Буду делать просто то видео, которое мне нравится. Это вот распаковки и самоделки. DIY какие-то, там может быть лайфхаки со временем. 1000 подписчиков, я об этом особо и не мечтаю. Это что-то на данный момент недостижимое для меня. По просмотрам, может быть, я и возьму эту цифру 4000 часов в год. По-моему, это набежит и так, наверное. Вот, но, тем не менее, раз в неделю будет новое видео. Буду стараться, по крайней мере, не выбиваться из этого графика. Буду стараться делать видео интересное. Ну, как интересное? То есть я делаю обзоры на посылки, которые я заказываю для себя. У меня нет такого, что я заказываю посылки или товары для обзоров. Это бы, конечно, интересно было, вот как там Алекс Бойко или кто-то делает. Он там, вот сейчас, сегодня или вчера вышло видео про квадрокоптер за 800 баксов. Да, в принципе, он купил этот квадрокоптер для обзора, для рекламы, опять же, плюс у него там как бы для монетизации. Но я не могу себе такое позволить. Я заказываю не для того, чтобы показать на YouTube, а для того, чтобы пользоваться вещи. А у него получается все наоборот. Само собой, он будет пользоваться квадрокоптером, возможно, это будет как-то отразиться на его дальнейших видео. Надеюсь. На этом все. Всем всего наилучшего. Всем крепкого здоровья. С вами был Викториус. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Пока. Опа, и тут такая вставочка. В общем, перешел в режиме записи. Запись, то есть, происходит на другой телефон. Решил сразу чехол примерить на свою мобилу. Который получил только что. В принципе, что-то вот я не подумал. Она исполнение корпуса это краска. Можно было и с красными вставками заказать. Может быть, даже интересно бы смотреться. Но тем не менее, уже что есть, то есть. Собственно, вот так выглядит. Да, видео, конечно, отличается качеством. Подножка. Лис отключилась. В принципе, считаю удобный чехол. Опять же, со всех краев, включая стекло, он защищает. Так, выключу. То есть есть зазор между стеклом и краями чехла. То есть он падать будет не на стекло, а именно на сам бампер. Отверстие под камеру, под вспышку, все разъемы, оба динамика. Все предусмотрено. Плюс микрофон. Точно по центру получается.